У Гомеле пройдзе открытый международный турнир «Кёкушин. Сябровство без межаў». С 19 по 21 красавіка на пляцоўцы палаца гульнявых видов спорту сберутся лепшие юные каратысты. За перамогу будут змагаться спортсмены во ўзросце от 6 до 13 годов с Беларуси, России и Украины. Усяго приедзе больше як 250 удельников. Разыгрывать медали высшейшей пробы будут у разделах кумите и ката. Дарэчы, у гэты час у Гомеле пройдзе чемпионат Беларускай ассоциации «Кёкушин» карате, потом и шевары сярод мужчин.